39-летняя американская актриса Мишель Уильямс объявила о своей помолвке с 42-летним режиссером Томасом Кайлом. Пара ожидает рождения первого совместного ребенка. Вдова хита «Леджера» после расставания с исполнителем роли Джокера была год замужем за композитором Филом Алверумом. Пара подала на развод в апреле. Оказалось, что причиной их расставания стал Кайл. Актриса и режиссер познакомились на съемочной площадке мини-сериала «Фосевер Дон», в котором они оба выступили и продюсерами. Отношения коллег быстро переросли из профессиональных в романтические, между ними завязался стремительный роман. На днях пара впервые дала публичный комментарий. Артисты признались, что готовятся к скорой свадьбе. Мишель также заявила, что ждет от Томаса ребенка. У Уильямс уже есть 14-летняя дочь Матильда от гражданского брака с хитом «Леджером». После смерти актера Мишель долгое время скрывала свою личную жизнь. В разное время ей приписывали романы с актером Райаном Гослингом и режиссером Кэри Фукунага. Сама артистка признавалась, что никогда не теряла веру в любовь. Она также объяснила, что подтолкнула ее публично рассекретить новые отношения. «Возможно, кому-то поможет мой пример. Он вдохновит не отчаиваться и продолжать надеяться на лучшее. До встречи с Томасом я многое пережила, я прошла через мрачные времена, но вышла к свету», — поделилась Мишель с People. Редакция «Космо» подготовила обзор стиля Уильямс. Актриса удачно обыгрывает короткую стрижку.